Скрипач Котин однажды пришел в класс с фингалом под глазом. Нет, Котин и раньше приходил с синяками, все давно уже к этому привыкли, но в этот раз котинский фингал был совершенно выдающийся. Во-первых, он был раза в три больше, чем обычно. Во-вторых, глаз распух и почти закрылся. В-третьих, Котин даже принес справку из травмпункта, чтобы его временно освободили от занятий в школе. Конечно, такой фингал никак не мог остаться незамеченным. Все обступили Котина и стали расспрашивать, а девочки даже жалеть его. «Ого, Котин! Вот это финик! Бедный Котин!» «А все скрипка проклятая!» – пожаловался Котин. «Как идешь со скрипкой в музыкальную школу, так обязательно схлопочешь!» «Точно-точно!» – сказал домрист Левченко, который тоже не один раз приходил в школу с синяками. «Подтверждаю, когда иду домой с домрой, так обязательно где-нибудь хулиган встретится, как будто специально меня поджидает». «И меня», — сказала Таня Корочкина, которая училась играть на фортепиано и поэтому ходила в школу с одной нотной папкой. Один раз даже в грязь толкнули. И все трое стали хором говорить о том, что, возможно, пора бы и бросить занятия музыкой, так как они становятся весьма опасными для здоровья. В этот день Димка Мишин решил записаться в музыкальную школу. Он что, больной, спросите вы? Только сумасшедший человек может записываться в музыкалку, когда другие из нее бегут. Да нет, Димка Мишин был вполне здоровым, даже очень. Более того, Димка Мишин был самым здоровым мальчиком в классе. При росте 1,40 м он весил 53 килограмма и в школьной столовой на обеде всегда брал вторую порцию. И Леха, друг Димки Мишина, тоже записался в музыкальную школу, но перед этим у них был тайный совет. Они собрались у Димки дома на веранде, и Димка сказал: «Я считаю это несправедливо», и рассказал про Котина, Левченко и Корочкину. «Надо убедить хулиганов в том, что нельзя бить человека только из-за его любви к музыке». В музыкальной школе преподаватель посмотрел на Димку Мишина и его друга с недоумением. Эти двое, явно не обладая ни слухом, ни голосом, пришли вдруг посреди учебного года записываться на отделение струнных. Один на скрипку, а другой на домру. Преподаватель, как представил изящную скрипку, зажатую в кулачищах Димки Мишина, так сразу схватился за сердце. Он бы отправил их во свояси, но молодые люди уже который час демонстрировали в его кабинете завидное упорство и виртуозное владение искусством убеждения. «Но надо!» – горячо настаивал Димка Мишин. «Вы понимаете, во как надо! Ради любви к искусству!» «Если вы нас не примете, то рискуете потерять лучших музыкантов. Гениев, творцов, будущее музыки под угрозой». Он, конечно, не себя имел в виду, а Котина, Левченко и Корочкину, которые собирались бросить занятия в музыкальной школе из-за того, что их частенько преследуют хулиганы. Но преподаватель подумал, что Димка Мишин говорит о себе и о своем друге. И, поддавшись его напору, начал вдруг сомневаться. А вдруг и вправду будущие гении сидят сейчас перед ним? «Хорошо», – сдался педагог и записал Димку Мишина и его приятеля Леху в класс баяна. Родители Димки движение его души в сторону прекрасного тоже оценили и сказали: «Занимайся, но пока возьмем инструмент в прокате. Вдруг ты еще передумаешь?» И родители взяли в прокате баян с перламутровыми клавишами.
На следующий день Димка взвалил на себя короб с инструментом и поволок его в музыкальную школу. «Зачем?» – вытаращил глаза педагог по классу баяна. «Это же вовсе не обязательно! На своем инструменте вы будете заниматься дома, а в школе мы, так и быть, найдем для вас какой-нибудь баян». Но Димка промолчал и продолжал таскать с собой баян в деревянном коробе, выстланном изнутри красной байкой. Он же не мог признаться в том, что баян нужен ему как приманка. На баян Димка собирался ловить Варнакова, главного хулигана, от которого не раз страдали Левченко и Таня Корочкина. И это именно Варнаков поставил скрипачу Котину под глаз тот самый выдающийся фингал. Если бы Димка ходил без баяна, то Варнаков ни за что не догадался бы о том, что Мишин тоже теперь учится музыке. По дороге в музыкальную школу Димка и Леха несли баян по очереди. Пока один пыхтел и обливался потом, другой высматривал, не притаился ли где в кустах Варнаков со своими хулиганскими замашками наготове. Так, друзья, ходили в музыкальную школу примерно месяц. За это время Варнаков отобрал у Корочкиной папку с нотами и закинул ее на крышу гаража. Левченко он столкнул в котлован с водой, а у Котина оторвал рукав куртки. А Димке и Лехе на их пути хулиган Варнаков не встретился за этот месяц почему-то ни разу. «Ничего, — решили приятели, — потерпим ради торжества справедливости и любви к искусству!» И продолжали на занятиях жать неуклюжими пальцами на перламутровые кнопки, писать диктанты по сольфеджио, учить биографии композиторов и петь в хоре.